Гималаи. Какая же горная система может похвастаться вершинами, чья высота достигает чуть ли не 9 километров? Я уверен, что никакая. Поэтому приветствую вас, друзья. Сегодня хочу завести разговор о 5 самых высоких вершинах в Гималаях. Погнали! Чо-Ойю. Интересное название, не правда ли? Да и сама высота горы интересна. Целых 8201 метр. На территории Чо-Ойю находится Китайская Народная Республика. Макалу. Высота 8485 метров. На территории горы также находится Китайская Народная Республика. Лхадзе. Еще одна гора, входящая в Гималаи и имеющая высоту 8516 метров. На ее территории также расположилась КНР. Канченджанга. Ее высота равна 8586 метрам. На территории горы расположена Индия. Джомолунгма или Эверест является самой высокой горой в мире. Ее высота 8848 метров. Если кто не знал, обязательно прочитайте. Ну а также на ее территории расположен КНР. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Благодарю за просмотр. Пока!